В новогодние праздники в области появилось на свет 192 новорожденных, 97 из них мальчиков, 95 девочек. В ночь на 1 января под бой курантов родился всего 61 малыш. Каково состояние новоиспеченных мам и новорожденных детишек, нам рассказали в городском перинатальном центре. Наступивший Новый год принес с собой новые жизни. Подбой курантов не только встречает наступление нового календарного года, но и в прямом смысле новую жизнь. В этом отношении в роддомах работа идет без остановки, своим чередом. Благодаря профессионализму врачей и акушеров, дежуривших новогоднюю ночь, на свет появились 13 мальчиков и 22 девочки. В канун Нового года в центре дежурило 3 врача. По словам специалистов, роды прошли успешно и без осложнений. В городском перинатальном центре города Тараза 31 декабря 2016 года родилось 35 малышей. Из них 22 девочки и 13 мальчиков. Все роды прошли успешно, дети находятся с мамами, а критических случаев у нас не было. По роддому дежурят в среднем 3 врача, принимающие роды. Поступления за сутки у нас составляют от 40 до 50 женщин. Для медицинского персонала родильного отделения нет выходных и праздничных дней. Нового жителя страны они готовы принять в любой момент. Для мамочек, встречавших Новый год в палатах перинатального центра, а то и вовсе в родильном отделении, дети – лучший подарок судьбы. Нас, точнее, принял дежурный врач. Роды принимала Динара Айдаровна. Роды прошли хорошо, без осложнений, родила сама. Весом 3 килограмма, 250 грамм, рост 54, мальчик, полностью довольны. Все врачи очень хорошие, опытные. В принципе, никаких претензий нету. В канун предыдущего Нового года в целом по Казахстану родились более 1200 детей. Тогда в статистику попали малыши, которые появились на свет 31 декабря и 1 января. Стоит отметить, что в прошедшем году особой популярностью пользовались такие имена, как Айару, Айша, София, Каусар среди девочек и Алихан, Айсултан, Мирас, Артем и Максим среди мальчиков. Как назовут детей, появившихся на свет в этом году, покажет новая статистика. Однако самым важным по-прежнему остается самочувствие и здоровье малышей. Малика Искандер, Дулат Шекпанбетов.